Задержали наркоторговца. Мужчина фасовал товар в своей квартире, а с покупателями встречался в подъезде. Дом на улице Зеленая давно пользовался популярностью среди определенного контингента. За подозреваемым установили наблюдение и задержали с поличным. Он пытался продать наркотическое вещество триметилфентанил массой 0,4 грамма. Это зелье намного опаснее героина. Большинство смертей от передозировок связано именно с ним. Задержанный – неработающий и ранее несудимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и распространение наркотических веществ».